По всей стране стартовала акция под названием «Письмо Победы». Молодые люди, школьники и студенты расскажут о жизни своих родных и близких участников Великой Отечественной войны. Студентка педуниверситета Рена Филиппова впервые пишет письмо в прошлое своему деду Егору Михайловичу. Он ушел на фронт в 1942 году, участвовал в битве за Сталинград, а День Победы встретил в Берлине. О его подвигах знает вся семья, и девушка решила рассказать деду о том, как живут его потомки. В этом письме я напишу про свою жизнь, каких успехов я добилась в своей жизни, про своих родителей, про свою сестру, про брата, который сейчас служит в армии на Востоке. Также буду благодарить его, выскажу ему слова благодарности за то, что они подарили нам мирное небо над головой. Акция «Письмо Победы» объединяет и тех, кто участвовал в войне. Это возможность связаться с друзьями и однополчанами, с которыми потеряна связь. Волонтеры «Победы», участники Всероссийского общественного движения помогут ветеранам записать электронные приветы, письма и открытки и опубликовать их в сети. Это возможность нас, молодых людей, сегодня связать ветеранов, например, Чувашской республики и ветеранов, например, Волгоградской области. Все это делается через сеть интернет. То есть мы связываемся с нашими друзьями в Волгограде, просим найти того или иного ветерана и выходим в тот же самый Skype, в различные другие социальные сети и связываем наших ветеранов, чтобы они пообщались, поделились своим настроением. Принять участие в акции «Письмо Победы» могут все желающие, как самостоятельно, так и через отдел молодежи в администрации столицы республики. Цель у акции проста – вспомнить подвиги наших предков и задуматься, что же мы делаем сегодня, чтобы сохранить память о героях. Екатерина Куприна, Алена Алтукова, Олег Якимов, Республика.